Сегодня православные верующие отмечают крещение. Главная церковная традиция праздника – освящение воды, а самое популярное народное – купание в проруби. В этом году ожидается, что в крещенских купаниях примут участие более 1,5 миллиона человек. Но медики предупреждают, делать это нужно осторожно. Вода очень холодная и необходимо рассчитать свои силы. Купели оборудованы почти при всех храмах, у святых источников, на прудах, открытых водоемах. Там дежурят водолазы и медики, чтобы обеспечить безопасность верующих. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев одним из первых искупался в Иордании. Об этом он рассказал в соцсетях. Глава региона пожелал всем здоровья, бодрости, духа, а также уверенности. В этом году в Московской области оборудовано 222 купели.